Детскую поликлинику в центре Бендер откроют в декабре. Сейчас там завершается большой ремонт. Кабинеты и холл расширяют. В палатах стационара для маленьких пациентов создают комфортные условия. Эта поликлиника в год принимает больше 20 тысяч детей. Сюда едут со всех районов Бендеры и соседних сел Гиски, Протигайловки, Паркан. Реконструкцию здесь планировали еще 10 лет назад, но полноценный ремонт начался только в прошлом году. Сейчас заканчивается отделка фасада, полностью отремонтирован этаж реабилитации. Вот так выглядит будущая палата стационара. Здесь на третьем этаже отделение восстановительного лечения детей. Проходят дети реабилитацию. Физиопроцедуры полностью, красивый современный зал с тренажерами, массажные кабинеты. Расположен дневной стационар, предусмотрены три палаты по 5 коек. Открыть поликлинику собираются в середине декабря. Все кабинеты оснастят кондиционерами и рециркуляторами воздуха. Холл расширят, в нем будут телевизоры и диваны. Строители рассказывают, изначально здание было спроектировано нерационально. Узкие комнаты и много подсобных помещений. Сейчас их переделывают под кабинеты. В втором этаже шпаклевочная работа, штукатурная работа полностью закончена. Сейчас и потолок закончен, только остался плитка ложить. В течение месяца мы закончим. В Бендерах на средства фонда капвложения идет реконструкция и переоснащение нескольких медицинских центров. Почти готова центральная детская поликлиника. Отремонтирована поликлиника в микрорайоне Солнечном и приемное отделение в горбольнице. Дальше по планам достроить новый корпус туберкулезной больницы. Это очень важная программа. Делается большое дело. Такие работы очень давно не проводились. И назрел вопрос действительно о ремонтах поликлиник и больниц, чтобы, во-первых, и врачам было удобно, комфортно работать, также и приходили пациенты, чтобы было удобно, чисто и квалифицированно. Оборудование из детской поликлиники Бендер временно распределено по другим медучреждениям города. Его вернут обратно к середине декабря. Тогда же здесь снова начнут принимать пациентов. Юрий Заяц, Максим Кирьязов, Михаил Нестеровский, ТСВ.